О, получилось! Завтра же я отправлюсь на то самое место и узнаю, что задумали Грэнпа с мороженщиком. Угу, зелье действует полчаса. Если что-то пойдет не так, вызывай меня. Я попробую вытащить тебя оттуда. Ну что, пора узнать, что задумали Грэнпа и мороженщик. Место на карте. Что тут у нас? О, фургон мороженщика! Надо вернуть часы! Осталось выпить зелье превращения и поставить таймер на 25 минут. Так, готово. Ну где же этот мороженщик? Опа, Чирик. Мама? А? Рот? Ну здравствуй, сынок. Скучал? Ну как? Я же видел, как тебя уничтожил тот волшебник. Будь он проклят. Думаешь, меня можно просто так уничтожить? Злую монахиню? И вообще, что-то ты не очень рад меня видеть. Очень рад! Просто это так неожиданно! Я думал, что потерял тебя навсегда! Расскажи, как тебе удалось вернуться? Это очень сложный процесс. Черная магия, все дела, да ты все равно не поймешь. Понятненько. Главное, что ты снова жива. Лучше расскажи, как у тебя дела. Надеюсь, ты уже отомстил мальчишке за меня. Ну, я как раз над этим работаю. Изучать магию не так-то просто. Что? Вот как ты любишь свою мамочку. Прошел уже год, а мальчишка так и не понес наказание. Рассказывай, что ты задумал и почему тебе помогает Грэнпа. Грэнпа? Откуда ты про него знаешь? Я же ничего не говорил. Встретила его на улице, рядом с фургоном. На улице? Рядом с фургоном? Ну, так что там с планом? Я жду. Прежде чем я расскажу, ответь на один вопрос. Ты помнишь нашу первую встречу? Ну да, конечно, как такое забыть? Тогда скажи мне, где это произошло? Это произошло... Наверное, еще память не до конца вернулась. Что это у тебя? Да так, время, когда надо принять таблетки. Таблетки? Ты же обладаешь магией! Зачем тебе таблетки? Не умничай. Просто скажи мне, где у тебя столовая? Мне нужна вода. Давай я тебя провожу. Нет, просто скажи, куда идти. Ну хорошо. Прямо по коридору и направо. Там есть кулер с водой. Что-то тут не так. Что-то я тут не вижу никакого кулера. О? Что происходит? Рот, зачем ты меня закрыл? Я не знаю, кто ты, но точно не моя мама. Что ты такое говоришь? Выпусти меня немедленно.
Пора валить отсюда. Домой! Эй, ты где? Куда ты спряталась от меня? Ничего не понимаю. Куда она испарилась? А это что? Детская перчатка? Я так и знал, это была не моя мама. Мальчишка использовал магию. Ну ничего, теперь я готов ему отомстить.